Я хочу взять кредит на улучшение жилищных условий. Отставной военный. Сейчас работаю инженером. Проектирую мосты. Да, есть дочь. Жены нет. Вдовец. А четверг? Да, могу, спасибо. Есть. Всего доброго. А ты чего меня не зовешь? Так я кофе готовил. По секретному рецепту. Не хотел, чтобы ты посмотрела. Сейчас буду делать бутерброды. Тоже по секретному рецепту? Ну, садись, я сама сделаю. Ну, как знаешь. Я сегодня хочу пойти к Анжелике домой. Кто такая Анжелика? Моя одногруппница. Мы познакомились, когда сдавали экзамены. Да-да, ты рассказывала, помню. А когда вернешься? Не знаю, вечером. Ну, а точнее? Я не школьница. Ну, я понимаю, что не школьница, но чтобы в 11 вечера была дома. И телефон не отключай, постоянно будет на связи. Угу. Договорились? Договорились. Я положила еще сыр, как ты любишь. О. Можно глоточек по секретному рецепту? Привет, Маш. Привет. Привет, Кузя. Не называй ее так. Ей не нравится. Я же любя. Ты ведь не против? Я привыкла. Видишь, она привыкла. Так, девочки, я потопал к папаше в мастерскую. У меня новый заказ, то будет дня три на мне пахать. Mm? А чего это мы? А поцелуй еще надо заслужить. Ага. Ну, я готов служить и защищать. Ну, давай, служи. Наберу вечером. Пока, Кузь. Он классный. Пашка, временный вариант. Походу, он так не думает. Он влюблен в тебя. Мало ли что он. Он мальчик, а мне нужен взрослый мужчина, к тому же с образованием и никакой даже автослесарь. Ты говорила, у его отца своя автомастерская. Не тот масштаб. Кстати, о масштабах. Кажется, ты никогда не была за границей. Что это? Тур по Черному и Средиземному морям? Италия, Испания, Франция. И Мальта. Отец раскошелился в честь поступления, ну, а я сказала, без подружки не поеду. Жалко. Да я знаю, что я классная. Все, пойдем, а то опоздаем. Пошли! Привет. Как твои дела? Нормально. Чем ты там занимаешься? Делаю нашу с тобой жизнь комфортнее. Ага. А ну-ка, подойди сюда. Проверь. Ну, как? Ну, круто. Ты просто волшебник. Как насчет драников? Хочешь драники? Я сейчас приготовлю. Отставить. Они уже готовы и ждут тебя на кухне. А ты? А я уже поел. Ну, точно волшебник. Угу. Но без тебя я есть не буду. Ну, тогда придется съесть еще одну порцию и окончательно растолстеть. Чего только не сделаешь ради любимой дочери. Вкусно? Угу. Пап, хочу тебя кое о чем попросить. Вернее, сказать. Ты только не ругайся, не говори сразу нет. Так, только давай без предисловий. Предисловия меня пугают, а я уже старый, мне напрягаться нельзя. Особенно во время еды. Анжеле Купцовой папа подарил 2 билета в круиз по Среднеземному морю. Ну, отлично. Можешь поздравить ее от меня.
И она пригласила меня с собой. Куда? Ну, круиз. Погоди, а ты здесь при чем? Ну, я ее подруга. Вот, и... В общем, она хочет, чтобы я поехала с ней, потому что одной ей скучно. Ну, во-первых, не поехали, а поплыли. А во-вторых, что значит ей одной скучно? Ты что, обезьянка цирковая, чтобы ее развлекать? А? Я просто неправильно выразилась. Я не знаю, две 18-летние девушки без сопровождения, без родителей. А если с вами там что-нибудь случится, а? Ну, какое сопровождение? И что с нами может случиться? Это Европа. Ну, знаешь, мерзавцев всюду хватает. И в Европе, и в Азии, и даже в Африке. Не знаю, мне это не нравится. Да к тому же Анжелу эту я не знаю. Кто она? Анжела. Учится со мной в параллельной группе. Папа ее банкир. Кажется, много зарабатывает. Что еще? Зайц, ты только не сердись. Я просто волнуюсь за тебя. Ты не волнуешься. Ты контролируешь каждый мой шаг. Я уже не школьница, а взрослый человек. Я просто сказал, что мне не нравится эта идея. Тебе ничего не нравится. Жаль, что мамы нет, она бы мне разрешила. Доброе утро. Что? Я тут подумал, все-таки круиз – дело хорошее и для здоровья полезное. Море, солнце, воздух. Но у меня одно условие. Какое? Твою путевку оплачиваю я. Пап? Папа! Спасибо! Я буду себя хорошо вести. Надеюсь. Алло, Анжел? Привет. Привет. Я поговорила с отцом. Так, и что? Он разрешил. Правда? Ай, да, тихо. Ну, это же отличная новость. Ты чего? Да нет, ничего. Я говорю, отличная новость. Я очень рада. Все круто. Скажи, что потом перезвони. Кто там с тобой? Да, да, Пашка. Я тебе потом перезвоню, ладно? Давай еще. Не знаю, правильно ли я поступил. Ну, ты же не можешь всю жизнь быть ей нянькой. Всю жизнь? Да я по-настоящему ее жизнь появился только 2 года назад, когда умерла ее мать. Юлька до сих пор не может меня простить. Ну, мне кажется, ты преувеличиваешь. Юля очень добрая девочка, она тебя любит. Да и круиз не дешевый, придется все выгрести теперь. А я собирался решить квартирный вопрос. Слушай, ну хочешь, я тебя одолжу? Ну уж нет. У женщин я никогда не одалживался и не собираюсь. Типичный сексист. Угу. Вымирающий тип. Вот если бы у тебя был знакомый или родственник в банке, в отделе, где выдают кредиты, м? Так это женись на мне. Тогда все наше имущество станет общим, и тебе не придется одалживаться. Не могу. Почему? Я слишком хорошо к тебе отношусь. К тому, что ты мой друг. А на друзьях не женится? Ну да, с ними только спят. Ну да. Да ладно, расслабься, Коваленко, я бы сама за тебя не вышла. Спасибо. Тебе спасибо. Слушай, я возьму себе еще кофе, ты будешь? Да, нет-нет, мне хватит, и так полночи ворочался. Раньше как-то все проще было. Ну да, куда уж проще. Айдва, левый, к бою готовься. Знаешь, из себя получился бы отличный взводный. Из меня много кто бы получился. Но я вынуждена просиживать в бухгалтерии и считать чужие деньги. Ну, не самый плохой вариант. Всегда в тепле. Ну, у тебя тоже неплохой вариант. Проектировать мосты – это так благородно. Да. Если бы еще за это платили миллионы. Так, ладно. Мне уже пора. Давай. Позвонишь вечером? Обязательно.
Мне все-таки не нравится эта идея с круизом. Анжела еще никогда не уезжала одна и так надолго. Ну, чего ты беспокоишься? Анжела взрослая девочка. Пусть развеется. Что, совсем за нее не переживаешь? Я же переживаю. Ну, пусть она отдохнет. Да и мы с тобой найдем, чем в это время заняться. Я соскучился. Олег. Ну что, я думал, мы помирились. Мы с тобой не ссорились. Но я же попросил прощения. Я даже имя забыл. Напомнить? Ну что ты мне... Всю жизнь будешь это вспоминать? Кира. Буду. Я завтра не смогу проводить Анжелу. У меня будет спонсорская встреча в фонде. Хорошо, я ее провожу один. Зачем тебе этот благотворительный фонд? Не знаю, где ты работать. Нет, моя жена нигде работать не будет. Значит, тебя твои партнеры засмеют. Они в поезде. Хорошо, да. Приедете в порт? Сразу звоните, хорошо? Хорошо, пап. Вот. Да, увидела, все хорошо. Спасибо. Банковскую карту взяла? Взяла. В общем, какое у нас правило? Мама звонит, берем трубку. Да поняла я, пап. В общем, слушай, банковская карточка банковской картой. Наличные не помешают. Держи. Спасибо, папочка. Провожающая, просьба покинуть вагоны. Да. О, я же говорил, потом отвечу. В общем, смотри, там не шали, будь аккуратна. Да, пап, твоя мама все... не готова быть бабушкой. Хорошо, я поняла. Все, давай, уже иди. Сейчас тебе будет звонить мама, скажи, чтобы было не слышно. Ну, все, давай. Не волнуйся, я у тебя умная и осторожная. Ну, надеюсь, что так. И звони мне дважды в день, утром и вечером. Добро? Да. А лучше чаще. Хорошо. Все, давай. Пока. До свидания. А твой папаша ничего такой. Брутал. Бывший военный. А мне такие нравятся. Да ладно, расслабься, шучу. Ну что, пойдем в ресторан? Пора начинать тратить папочкины деньги. А может, просто чайку попьем? Да, отличная идея, давай чайку попьем. Ну что, лучше, чем чай в купе пить? Нормально. Смотри, а вон и парни. Они же старые. Лет по 30. Да ладно, самое то. Спорим, сейчас подойдут? А как же Паша? А ты видишь здесь Пашу? Смотри и учись. Привет, девчонки, как дела? Лучше всех дела. Может, заказать вам еще по коктейлю? Мы с незнакомыми мужчинами коктейли не пьем. Так в чем же дело? Сейчас познакомимся. Я Стас, это Миша. Очень приятно. Я Анжела, это моя подруга Юля. Очень приятно. Юль, что случилось? Это мне нехорошо. Качала, может? Анжела, мне надо в купе. Пойдем, я тебя отведу. Во, девчонки, подождите, мы же только познакомились. Нам надо в купе. Да здесь есть туалет. Ты слышал, что Анжела? Я сказала? Пойдем скорее. Пошли.
О, здорово, заходи. Здравствуйте. Я мимо проезжал, пытался к вам дозвониться, но у вас постоянно занято. Так, и что? Ну, вот сам зашел. Мне адрес Юля дала, моя дочь. А. Я никак не могу к ней дозвониться. Может, вы связывались недавно с Анжелой? Не, наша тоже трубку не берет. И вас это не беспокоит? А почему меня это должно беспокоить? Ну, а если с ними что-то произошло? Что произошло? Развлекаются девчонки. Отключили трубки, чтоб мы их с вами не беспокоили. Но моя Юля никогда так не поступала. Теперь будет. За время пути собака могла подрасти. Ты не паникуй. Твоя дочь рядом с моей, а моя Анжела девочка самостоятельная. Так что умеет постоять и за себя, и за того парня. В общем, о твоей как? Юля. Вот, в общем, о ней сумеет позаботиться. Вы уверены? Уверен. Я ее этому научил. Олег, кто там пришел? Это отец. Юля. В общем, подружки нашей дочери. Но он уже уходит. Ага, сейчас я подойду, подожди. Ну, друг, видимо, придется знакомиться. Вот, знакомься, моя жена. Здрасте. Здравствуйте. Вы отец Юля? Да. Очень приятно, Кира. Глеб, взаимно. Олег, там что-то на кухне ящик заел, может, ты посмотришь? Я что, слесарь? Ну что, тебе сложно посмотреть? Ладно, посмотрю. Угу. Но нам через 15 минут выходить. Хорошо. Ладно, засучим рукава. Ты изменился. Наверное, много лет прошло. Ну да. Значит, ты папа Юля. Да. Она хорошая девочка. Да. Слушай, с замком все в порядке. Хорошо, спасибо. Слушай, я тебе позвоню. Хорошо, нам надо поговорить. О, ты еще здесь? А, я вижу, вы совершенно не волнуетесь о дочери. Да, просто она постоянно отключает мобильник или сбрасывает номер без объяснений. Да. Характер такой. Да. Вся в меня. Да, своенравный. Может быть, она своему парню звонила? Какому парню? Ну, у нее парень есть, Паша. А я почему не знаю? Ну, просто не хотела тебе говорить, боялась, что ты рассердишься. Так позвоните ему. Ну, я номер не знаю. Я знаю, что он живет напротив. Мы можем пойти туда сейчас. Какой сейчас? У нас времени мало. Ну, ты что? Ну, что, это всего 5 минут займет. Ну, смотри, там уважаемые люди будут. В общем, дайте 5 минут. Но если через 5 минут не придешь, я уеду без тебя. Хорошо, мы быстро. Давай. Мне другие ботинки надо. Угу. Интересный тебе муж. Да, только нервный стал, когда большие деньги начались. С большими деньгами в жизнь приходит страх потерять. Ну, меня эта проблема обошла стороной. Тебе повезло. Возможно. А ты женат? Был. Жена умерла 2 года назад. Когда она умирала, меня не было рядом, и Юля до сих пор не может мне этого простить. Где ты был? Далеко. Работал, строил мост. И к этому времени мы с Аленой уже не были близки, но официально развод не оформили. Ну, ты знал, что она больна? Да, знал. Но не знал, что настолько серьезно. После ее смерти я вышел в отставку, чтобы быть рядом с Юлей. Нам далеко еще? Ну, вот и его дом. Александровна? Здравствуй, Паша. Здравствуйте, а вы чего тут? Можем поговорить? О чем? Пашка, кто там? Никто. Это ко мне. Принеси еще бутылку с холодильника. Подождите минуту, пожалуйста. Пашка, твою дивизию. Сейчас принесу. Кажется, я понимаю твоего мужа. Это выбор Анжелы, она с нами не советуется. Тебе волосы седые. Какой отца стал на отца похож. Ты к нему так всегда хорошо относилась. Он к тебе тоже. Он жив? Умер 12 лет назад. Мне очень жаль. Глеб, послушай, я хотела тебе сказать, что... Достал. Ну? Скажи, когда вы последний раз говорили с Анжелой? А что?
Просто ответь на вопрос. Вы папаша, которого Анжелка стремается. Мол, я рожей для вас не вышел. Вы поэтому сюда пришли? Разборки устраивать? Хорошо, ну вот он, я здесь. Что дальше? Успокойся, это отец Юли Коваленко. Я, Юлька, при чем тут вообще? Так когда ты говорил с Анжелой? Ну, вчера. Пожелал счастливого пути. А потом в течение дня звонил? Конечно, но она постоянно вне зоны доступа. Так а что случилось? Сейчас, прости. Да, Олег. Да. Я поняла. Олег звонил, сказал, что мы срочно шли домой, чтобы я тебя с собой взяла. Прости, что побеспокоили. Да ничего. Машка! Иду! Ваша дочь Анжела у меня. Она жива и пока что здорова. Если хотите, чтобы она вернулась домой, заплатите. Цена вопроса – 200 тысяч долларов США. И не вздумайте общаться с полицией. Ваша квартира и ваш телефон у меня на прослушке. Вызовите полицию, ваша дочь умрет. Я перезвоню через час. Он ничего не сказал про мою дочь? Я думаю, они вместе. Значит, это все из-за ваших денег, а моя Юля просто попала под раздачу. Глеб, мы... У вас есть такие деньги? У него есть. Хорошо. Я думаю, мы должны... Я думаю, мы должны. Тебя кто здесь сделал главным? Ты что здесь распоряжаешься? Глеб, успокойся. Что успокойся? Мои деньги! Я вообще не знаю этого человека. Может, он заодно с похитителями? Что ты несешь? А что, прекрасный план? Подослать свою дочуру к моей Анжеле. Или что? Что? Ударишь меня в моем же доме? Ну, давай, хватит! Давай, давай, что хватит, давай! Ну! Я думаю, нам нужно успокоиться и подумать, как спасти наших дочерей. Гениально. Алло? С кем я разговариваю? Меня зовут Глеб Коваленко, я отец Юлии. Моя дочь у вас? Это вторая девчонка. Ее зовут Юлия. Ей 18 лет. Она любит собак, обожает кататься на велосипеде и... Да мне плевать, как ее зовут. Просто скажите, с ней все в порядке? Кто это? Кем ты работаешь? Я инженер. Воспитываю дочь один. Мамы у нее нет. Слушай внимательно, инженер. Твоя дочка просто оказалась не в том месте, не в то время. Ну, не повезло, так бывает. Но я тебе обещаю, если я не получу деньги, я ее тоже убью. Послушайте, в этом нет необходимости. Наверняка девочки не видели вашего лица, и они... Купцов там рядом? Да. Включи громкую связь. Слушай внимательно, Купцов. Приготовь деньги и положи их в сумку. Я позвоню позже, скажу место и время. И смотри, чтобы никаких жучков. Ты меня понял, Купцов? Да! Мы должны убедиться, что с девочками все в порядке. Дайте им трубку. Круто справился. Спасибо, малышка. Никто бы не смог лучше. Да. А что мне за это будет? Может, яблоко? А может, тебя? Ну, не время, ну, перестань. Да, мило, ну, не время же сейчас. Ох, черт. Да! Ну, ему все. Это погреб. Выбраться получится. Кажется, нет. Ты вообще ничего не помнишь. Только вагон ресторана, тех двух парней. Потом этот ужас. Видимо, они нам коктейль что-то подсыпали в ресторане. Наверное. Прости меня, что я тебя во все это втянула. Ну, ты не виноват.
прости. Виноват тот гад, который нас похитил. А может, он блефует? А? Девочки сейчас прекрасно проводят время. Просто выключили телефон. Не думаю. У вас правда есть такие деньги? Олег. Я думаю, будет правильно, если деньги доставлю я. Один. С чего это вдруг? С того, что я бывший военный и знаю, как вести себя в подобных ситуациях. В каких таких подобных ситуациях? Внештатных. Кроме того, вы пьяны, а значит, не способны к адекватным действиям. Спокойно, я все контролирую. Не контролируете. Слушай. Олег, он прав. Ладно. Ладно. Но если ты улизнешь с моими деньгами, я тебя найду и раздавлю. Ну, давай еще бросим монетку, кто будет открывать дверь в моем доме. Иду, иду. Здравствуйте, я... Ты кто? А, я Павел. Я пришел узнать, что с Анжелой. С ней все в порядке? А, вот ты какой, Павел. С Анжелой все в порядке. Угу. А чего он оттуда трубку не берет? Может, потому что с тобой говорить не хочет? Почему? По кочану. Давай, топай отсюда, пацан. Так, а что? Топай, топай, салага. Олег, ну зачем так грубо? А как еще разговаривать? Давай, иди, скажи ему, что Анжелу похитили. Давай, и что без его помощи нам не справиться. Советчики нашлись. Я иду с тобой. Нет. Ну тогда ты едешь без денег. Выбирай. Хорошо. Но делаешь то, что я скажу. И никакого оружия. Договорились. Я серьезно. Договорились. Но едем на моей машине. Поехали? Поехали. Стоп. Да. Включи громкую связь. Можно говорить. Слушай внимательно, Купцов. 20-й километр Южного шоссе. Там свернете на бетонку. Увидите покосившийся дорожный знак. Там мы увидимся. Выезжайте не раньше, чем через час. И да, Купцов, никакие групп сопровождения. Надумаешь быть обманщиком. Увидишь своих девчонок. В кульках и по частям. Ну, за удачу.
Все нормально? Нормально. Если не считать, что наших дочерей похитил какой-то упырь. Так все хорошо. Мы решим эту проблему. Ты же у нас главный. Сохраняем спокойствие. Сохраняем спокойствие, сохраняем спокойствие. За мои деньги. Ну что, пора выводить девчонок? Думаю, нет. Прости, что? Ее отец еще та лживая сволочь, он попытается тебя обмануть. А она наш главный козырь. Поэтому сначала заберешь деньги, привезешь сюда, ну а потом уже мы отдадим его дочурку. Ну, вообще-то я пообещал. Ну, а потом поменял правила игры. Это твои правила, понимаешь? Если они им не нравятся, пускай идут к черту. Ну, не знаю. Милый, я все продумала. Как только он получит дочь, он тут же натравит на нас своих горилл. Поэтому мы должны действовать неожиданно, спутать ему карты. Сначала заберешь деньги, а потом через час-два мы сообщим, где его дочь. Нам фора нужна, понимаешь? Хорошо, женщина, ты права. Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа. Подожди. Ты будь только осторожен, не доверяй купцу. А я и так никому не верю. Кроме тебя. Как только будут деньги на руках, я позвоню. Если не звоню, значит, что-то стряслось. Угу. Если не можешь дозвониться, берешь рюкзак и быстро отсюда валишь, поняла? Да. Все, погнал. Подожди. Ты... Ты ж только обязательно вернись. Я куда я денусь? Удачи. Все, иди. Деньги где? Где дочка? Не шути со мной. Деньги показала. Я схожу за сумкой. Валя. Сумка открыла. Быстрее давай. Значит так, с девочками все в порядке. Я сейчас заберу деньги и уеду. Если я увижу, что меня никто не преследует, по машине не открыт огонь, я тебя наберу через 20 минут и скажу, где девочки, понял? Мы так не договаривались. А мы сейчас так договариваемся. И выхода у тебя нет. Ага! Я так и знал! Гнида! Это Шарко, мой водитель бывший! Что, обезьяна? Деньги мои хотел захапать! Вот тебе! Вот! Что дальше? Что, я выстрелю? Придурок, твоя дочь у меня. Выстрелишь, и она умрет. А у меня пистолет. Давай стреляй. А иди, я выстрелю. Давай стреляй. Я стрелю. Давай, стреляй. Я давай. Выстрелю. Стреляй! Ай! Ай! И... Где девочки? Скажи мне, где они? В поселок. Шахта заброшенная. Дом крайний дом. Это я. Только я. Только я. Все.
Зачем ты это сделал? Я защищал дочь. Ты же убил его. Нет. Это... пистолет сам выстрелил. Сам? Сам. Что здесь у вас? Где Анжела? Ты что здесь делаешь? Я за вами ехал. У переезда отстал, думал, не найду, но нашел. Девчонки где? Ну, возьми трубку. Возьми трубку. Бросили трубку. Дочь связалась с этим ублюдком. Успокойся. В доме пусто. Ты баню смотрел? Да, никого. В сарае тоже. А он говорил, крайний дом. Он сам виноват, что я выстрелил. А может, есть еще какой крайний? Нет, они были здесь. А откуда вы знаете? В доме на столе банка из-под тушенки и пивная бутылка, из которой недавно пили. Так, отставить! Ты что делаешь? Ты что? Отставить! Отставить истерику! Надо было дождаться полицейских, чтобы они эту группу собрали для поиска, чтобы по правилам все там. Нет, мы не знаем, что с девочками. Возможно, они ранены, им нужна помощь. Следы. Да я смотрел, там нет никого. Скотина. Здесь погреб. Помогите! Пап! Юля! Папа! Сейчас, сейчас. Пап! Помогите! Помогите! Юля! Папа! Анжела! Я здесь. Ты вы целы? Да. Со мной все в порядке? Там больше никого? Нет. Все хорошо, все хорошо. Сейчас мы вас отсюда вытащим. До города едете? Ну а куда еще? Все уже позади.
Мы домой поедем. В 10 надо быть у следователя. Хотим немножко поспать. Да, конечно. Слушай, я тебе там чаю сварила. Конечно. Вы с ней на «ты»? Да. Долгая история. Расскажешь? Как-нибудь потом. Да, я понял. В общем, я звоню насчет Анжелы и того гада. Анжеле 18 лет. Ты понимаешь, что если следователь узнает об изговоре, ее закроют. Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. Да, взрослый человек должен отвечать за свои поступки. Все правильно. Все правильно. Она ребенок. Она мой ребенок. У тебя тоже есть дочка. Просто представь себя на моем месте. Что бы ты сейчас делал? Что говорил? Давай. Не будем ломать ей жизнь. Тот парень, Павлик, он ничего не знает. Всю правду знаешь только ты. Ну, что скажешь, солдатик? Нет, папа, это я. Где шлялась сегодня? У подруги ночевала. А ты почему не в мастерской? Болею. А теперь, Кристина... Знаю, как ты болеешь, а похмелиться не успел. Трагедия закончилась история о похищении двух девушек в районе поселка Рыбное. Во время передачи денег отец одной из девушек застрелил похитителя. Как нам стало известно, имя похитителя — Дмитрий Шарко. Дмитрий Шарко – бывший водитель. В последние несколько месяцев он нигде не работал. Идет следствие. Подробности в следующем выпуске.
Долго их терзают. Да. Но я думаю, все по делу. Следователь толковый. Нас с твоим мужем он тоже долго терзал. Кстати, как Олег? Нормально, у адвоката. У адвоката? Угу. Нанял самого лучшего из всех, Гарри Садового. А, адвокат звезд. Ну, этот его точно отмажет. Ну, да, тем более, он ни в чем не виноват, он же ведь защищался. Ну, да. Глеб, мы можем с тобой поговорить? О чем? О том, что было 20 лет назад. Это было давно. Для меня будто вчера. У тебя вся жизнь за плечами. Дочь, муж при деньгах. Любит тебя. Ты помнишь, как мы с тобой ходили яблоки воровать? А на море, помнишь, как на катамаране чуть не перевернулись, как мы смеялись? Я не люблю вспоминать прошлое. Врешь. Что, если я ошиблась? В чем? До свидания. Ну как? Толковый вроде мужик. Сказал, что позвонит. Ясно. Я тебя домой заброшу и сразу на работу. У меня там проект горит. Угу. Мам, все хорошо. Угу. Пойдем. Папа. Да? А можно нам с Анжелой прогуляться? В кафешку сходим и все такое. Даже не знаю. Ой, да ладно вам. Зло уже наказано. Надо продолжать жить полной жизнью. Может, вас подбросить? Пап, нам по 18 лет. Ну, как-то сами доберемся. Да успокойтесь вы, родители, все хорошо. Можно я с вами селфи сделаю? Что, с этой стороны? Ой, остался след. Я вытру. Спасибо, я сам. Ладно. Пошли. До свидания. Осторожней, девочки. Спасибо за участие. До свидания. Плохо выглядишь. Измученный, бледный. Слушай, поехали после работы ко мне. Я кое-что купила, кое-что такое, что ты сможешь с меня снять. Люд, прости, но нет. Я веду себя как эгоистичная дура. Ты должен быть с Юлей. Как она? Уже нормально. Бедная девочка, я представляю, через что ей пришлось пройти. Слушай, у меня есть знакомый психолог. Если надо, я могла бы тебе... Не нужно. Юля сильная, она справится. Давай я с ней поговорю. Ну, как женщина, я, конечно, маму ей не заменю, но все равно могла бы... Не надо. Глеб, я хочу помочь. Я понимаю.
Давай как-нибудь позже. Прости, мне надо идти. Тебя. Спасибо. Хорошо, что все так закончилось. Это да. Зло наказано. Ну, деньги остались у папаши. Как он? Мой-то? Да что ему будет? Адвокаты отмажут, самооборона и все такое. Как твой? Нормально, сейчас на работе. Пашка сказал, что это он нас тогда нашел. Как ему это удалось? В армии научился. Слушай, а у него есть кто-нибудь? Женщина? Нет, а почему ты спрашиваешь? Просто не старый, одинокий, симпатичный. Сколько ему, 40? Около того. Не вижу никаких препятствий. Я свободна, он свободен. Да ладно, ладно, все, шучу я. Шутки у тебя, конечно. Видела бы ты свое лицо. Девочки, привет. 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 Ладно, я пойду. Пока. Пока. Какузя. Будешь мне писать? Да. Каждый день. Нет, еще чаще. Товарищи призывники, все по машинам! Да-да, сейчас, командир, сейчас. Ну, ну что ты плачешь? Я же скоро вернусь. Не буду. Ну все, пора. Эй ты, а тебе отдельное приглашение нужно? Все, пора. Я люблю тебя. Я тебя. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Дорогая, я ненадолго. Еду на встречу. Забежал поменять рубашку. Тебе сделать поесть? Нет, не надо. Вот от кое-чего другого я бы не отказался. Ты глядишь. Соблазнительно. Ты же сказал, что ты спешишь. 15 минут у меня есть. Ты не сочилась. Не сейчас. Ага. Не сейчас. Да я уж забыл, когда я последний раз этим занимался. У нас был плохой период. Так, может, пора его закончить? Не думала об этом. Чувствую себя женатым холостяком. А ты, кстати, не удивляйся, если я вдруг опять пойду налево. Тебе не привыкать. Да что ж ты... Да пошло оно все к черту. Алло, Глеб, привет. Это Кира.
Да, я тоже. Слушай, у меня к тебе немного странная просьба. Я... Только сперва скажи, ты сегодня можешь со мной видеться? Анжел. Ну, Анжел. Что? Все уже позади. Видишь, ты жива, здорова. Так что выше нос. Выше нос? Тебе 10 лет? Слушай, ну что ты? Если б я был рядом, я... Да, но тебя рядом не было. Послушай. Да хватит уже. Одни разговоры. Герой был. Ребят, что, какие-то проблемы? А ты что с нами о проблемах? Хочешь поговорить, Ромео? Хочешь прикол покажу? Ну, покажи. Папа? Да? Можно кое-что спросить? Спрашивай. А между тобой и мамой Анжелы что-то было? Ну, если не хочешь, можешь не рассказывать. Только скажи, это было после смерти мамы? Нет, Юлия, это было еще до того, как мы познакомились с твоей мамой. Так давно? Да. То есть это было как первая любовь? Тебе там ничего учить не надо? А я все выучила. Так что у вас было? Мне было 19 лет. Кире 18. Мы с ней познакомились на День города во время концерта. Влюбились друг в друга. Вместе проводили время, мечтали пожениться и завести детей. В общем, обычная история. А расстались почему? А чтобы ты родилась на свет? Я серьезно. Ну, если серьезно, то нет ничего особенного. Ну, я ушел в армию. Кира меня не дождалась. Тоже обычная история. То есть она променяла тебя на этого? Ну и дурочка. Юля. Но ты лучше в 100 миллионов раз. Ну, это спорный вопрос. А вот и не спорный. Ты у меня красивый. Сильный. Ненадежный. Хорошо зарабатываешь. Не бизнесмен, конечно. Да уж, конечно. Но тоже ничего. Но если я уж такой ничего, тогда сделай-ка мне чаю. Ну, папа. Отставить возражение, выполнять. Так, точно. Две ложки сахара. Как всегда. Я понял. Все, давай, звони.
что, слепая? Черт, простите. Извините, это моя вина. Да. У меня тоже. Простите, у меня плохое настроение. И у вас тоже. У меня машина не заводится. Это корыто? Неожиданно. Извините меня еще раз. Да. Вы здесь работаете? Да нет, я документы привезла. Курьером работаю. Да? Хороший был фильм в конце 80-х. 86-й. А вы не похожи на курьера. Я знаю, где я вас видел. Во сне. Вы принцесса, которая сбежала из дворца и притворяется курьером. Да, простите меня за этот бред, который я несу. Давно не было опыта знакомства с красивыми девушками. Да нет, что вы, это очень даже мило. А, ну, извините еще раз. Всего доброго. Подождите. А вы спешите? Ну, как сказать, еще в пару мест нужно заехать. Тут, кстати, недалеко одно. Может, подвезу? На этом. Ну, а что, тоже машина? Аэродинамика слабовата, управляемость после 120 не очень. Нет, машина люксовая. Я всегда мечтала на такой прокатиться. Поведешь? Вы серьезно? Держи. И мечтай о чем-нибудь великом. Лихо. Как ты относишься к морской кухне? Да, вроде неплохо. Неплохо? У меня тут есть один хороший ресторанчик. Присоединишься? Даже не знаю. А чего не знаю? Поехали, поехали. Будет вкусно. Напою, накормлю, если надо, домой отвезу. И ничего не попросите взамен. Я вас умоляю, мадам. Аккуратней. Просто привык обедать в компании. Ну, вы попробуйте пообедать с женой. С женой? Нет жены. Ты об этом? Это так, в памяти жене, чтоб не забыл. Любил ее очень. Извините. Все в порядке. Кстати, меня Олег зовут. Яна. Яна, девчонка без изъяна. Серьезно? Ну что, как насчет ужина? Ой, точно не сегодня. Почему? Мы уже почти приехали. Жаль. Ну, спасибо, что подвезла. Было прекрасно. В общем, если появится желание перекусить, у меня где-то была визитка. Звони. Хорошо, я посмотрю и сделаю правки. Хорошо. Глеб! Прости, Люд, не заметил. Привет. Привет. Куда несешься? А у меня встреча с представителем клиента. Вот. Кто она? Кира Александровна, мать подруги моей дочери. Красивая. Что у тебя с ней? Ничего. Глеб, не ври. Я же вижу, когда ты врешь. Мы были когда-то с ней близко знакомы. Давно, вот, лет 20 назад, еще до рождения Юрки. Вон она что. А что она делает здесь? Люд, ты прости, мне правда надо идти. Да. Да, конечно, я понимаю, на тебя столько всего навалилось, ты устала, я, как обычно, слишком навязчива. Прости, пойду сводить дебет с кредита. Привет. Привет.
Слушай, спасибо, что ты мне согласился помочь. Я хочу купить оружие, ну, после той истории с похищением. Хотя бы травмат. Вот просто Олег настаивает, и... Глупо как-то, да? Нет, не глупо. Только травмата в реальной переделке толку мало. Я себя как-то увереннее буду чувствовать. Ну да. Поможешь? Конечно. Идем? Закрыто? А, они теперь до 7. А сейчас? Да, уже 15 минут восьмого. Ой, холодно. Зима. В машину пойдем. Помнишь Новый год у Славки Боровского? А, когда у него концерт в квартирник был, да? Когда я в сугроб свалила. Да, это... Слушай, а помнишь, как ты... Как ты меня поцеловать пытался и никак не мог, и тогда я сама тебя поцеловала, помнишь? Слушай, Глеб, Олег тогда, он очень нам помог. Отцу понадобилась операция. И это повод выходить замуж? Нет. Я бы никогда так с тобой не поступила, никогда, слышишь? Я... Просто получилось. Он за мной ухаживать пытался, он мне замуж предлагал. Я ему отказывала, я ждала только тебя, я любила только тебя. Потом отец заболел, и понадобились деньги. Никто нам не мог помочь. Мне было так страшно, и... Олег просто пришел, он спас, и он просто помог. И я сама не понимала, что я тогда чувствую. А после этого я хотела поехать к тебе. Объясниться. И не смогла. Потом написала то злосчастное письмо. 3 дня прорыдала в подушку. Не смогла отправить. И все-таки отправила. Да. Как будто жизнь попрощалась. А сейчас? Что сейчас? Ты его любишь? Нет. Я сначала думала, что я его люблю. Потом я поняла, что это чувство благодарности, больше ничего. Анжела родилась, и как-то все это... Скажи, ты меня вспоминал? И... Я тебя не забывала. Тоже жена была и дочь. Ты жену любил? Да, любил. Но не так, как тебя. Так я больше никого и никогда не любил. Я тебя, Глеб. А ты нет. У тебя шрам возле сердца. Это что, пулевое ранение? Да. Как это случилось? Не стоит вспоминать. Ты же мог погибнуть. Но не погиб же. Я думала, ты в армии строил мосты. Иногда строить мосты – опасное занятие. Ты многих женщин сюда приводил?
эту гостиницу нет. Я тебя больше никуда не отпущу. Я никуда не уйду. Фенделю махнем за город. Мясо купим там на шашлыки. Вино, банька. Все, как ты любишь. Не хочу. Ты как-то изменилась. У тебя кто-то есть? Зачем мне кто-то еще, если у меня есть ты? Ну, новогоднюю ночь-то тебя не остановила. С тем преподом. По математике. Хватит. И не вздумай меня попрекать, я тебе не жена. Так, может, станешь когда-нибудь. Ну вот если я когда-нибудь стану, тогда и будешь говорить, а сейчас извини. А это что такое? Ты обалдел, дай сюда телефон. Нет, да ты обалдела. Чего у тебя на заставке? Юлькин папа. Это не твое дело, телефон дай. Телефон. Че, опять, да? Отвали от меня. Подожди. Руку убрал. Я сказала, отстань. Блин, он же отец твоей подруги. Ты уйдешь от него? Я не знаю. Ты не хочешь? Я хочу, но... Твоя дочь уже совершеннолетняя. Ты же сама говорила, она собирается снимать квартиру. Да, она сказала, что мы ей тяготим. Ну вот. Перебирайся ко мне. Не все так просто. Все всегда просто, если не усложнять. Его не бойся, ты не его собственность. Просто скажи ему, что ты уходишь. Прав я. Я сегодня же скажу ему, что я ухожу от него и подаю на развод, но я не знаю, как к этому отнесется твоя дочь и моя Анжела. Это... Я даже не знаю, как ей об этом сказать. Нет, это какое-то ребячество, я не могу. Я поговорю с Юлей, я все ей объясню. А ты поговори с Анжелой. Они взрослые девочки, все поймут. Ты же все равно не сможешь ему лгать. Да и не захочешь. Давай я с тобой поеду, и мы вместе. Нет, я сама знаю, как лучше ему об этом сказать. А ты меня в машине подождешь, хорошо? Хорошо. А стучать не пробовал? Извини. А я все знаю. Ты о чем? О вашем сговоре, Шарко. Как ты могла так поступить? Не понимаю, о чем ты. Ты... Дурака ты из меня не строй. Хочешь, чтобы я маме все рассказал? Расскажи. Мне кажется, ей будет приятно узнать про твоих девок. Ты о чем? Я все знаю. Про твоих любовниц. И даже пару номерочков могу ей подкинуть. В кого ты такая? Есть в кого, папочка, есть. Ну так что? Мы будем резать правду матку или дальше делать вид, что у нас прекрасная семья? А, да, кстати, а где мама?
Я забыла, что у нас не принято отчитываться друг перед другом. Ничего, что уже вечер. Извини, пожалуйста, я устала. У меня были тяжелые несколько дней. Хочу послушать музыку. Счастливо? Да. Нам всем надо расслабиться. Ничего. А если подумать? Ты же знаешь, я не отстану. Просто депрессия. Что, не хочешь, не говори. Как там твоя Анжела? Нормально. А ее подружка? Так же. Рада за них. Угу. А ее отец? И он же вроде убил того парня, я по новостям слышала. Что ему будет? Получается, можно убить человека, а тебе ничего за это не будет? Но он убил похитителя. Это другое. А по-твоему, что, похититель не был человеком? Слушай, Ян, что ты меня грузишь? Ее лучше на кухне что-нибудь приготовь. Я задолбался эту химию жрать. Олег Купцов слушает. Кто это? Кто? Яна? Конечно, помню. Может, мы сразу перейдем на ты, а то как-то... Хорошо. Конечно, смогу. Все, буду. Дома. Любимая мамочка пришла. Осталось дождаться заботливого папочку. Привет. Ты видела, который час? Да, прости, задержалась. Ну, конечно. Тебе же теперь незачем спешить домой. В каком смысле? Ты думаешь, я ничего не вижу? Вы с папой не разговариваете по несколько дней. Он спит у себя в кабинете. Мам. Да. Я тебе хотела сказать. Ну, скажи, я тебя слушаю. Сейчас. Прости. Да, алло. Что? Он жив? Где? Как он? Да, хорошо. Что случилось? Машина на больнице. Значит, номер машины вы не запомнили? Слушайте, я же говорю. Все произошло неожиданно. Я и глазом-то моргнуть не успел. Послушайте, как вас? Алексей Николаевич. Алексей Николаевич. Врач сказал, что травмы легкие. Ну, там ушибы, растяжения, ребра целые.
В общем, поймаете этого подонка хорошо, не поймаете, черт с ним. Как вы думаете, это как-то может быть связано с похищением вашей дочери? Нет, конечно. Ну что, парень просто не справился с управлением. Ну, испугался, уехал. Делов-то. Ну, хорошо. Мой номер у вас есть. Что-то вспомните, звоните. Да, обязательно. Выздоравливайте. Спасибо. Ой, девочки мои. Девочки. Как ты? Ой, я все хорошо, все хорошо. Папа. Девочка моя, иди ко мне. У меня все хорошо. Все в порядке. Врач сказал, жизненно важные органы не задеты, так что завтра, ну, в крайнем случае, послезавтра я выписываюсь и дома. Прости, что напугал. Ты глупости, разве это имеет хоть какое-то значение? Я так рад, что вы пришли. Правда. Мам, а почему нас подвез отец Юли? Каким образом он оказался возле нашего подъезда? Я сейчас не готова об этом говорить, в принципе. Здравствуйте, Глеб. О, Анжела, привет. Как папа? Лучше. Хорошо. А ты как здесь? Да я случайно мимо проезжала. И... Нет, я специально сюда приехала. Зачем? К вам. Ко мне? Просто если бы не вы, мы бы с Юлей в этом погребе. Я просто вспоминаю, как вы нас спасали, как успокаивали. Анжел, ты извини, мне на работу пора. Юля сказала, у вас никого нет. В смысле? В смысле женщины. Анжел, я не думаю, что тебе это как-то касается. А если касается? Послушай, ты подруга моей дочери и... Мне уже есть 18. Замечательно. Я похожа на маму? Да, немного. Я красивее, чем она? Но я же знаю, что я вам тоже нравлюсь. Анжел, послушай, мне правда надо идти. Мы с Юлей чуть не поссорились из-за вас. Из-за меня? Я сказала ей, что вы мне нравитесь. Но вы не волнуйтесь, я умею хранить тайны. Так что, если вы захотите... Так, все. Мама никогда не уйдет от папы, у нее духу не хватит. Привет, нормально. Когда мне за тобой заехать? Глеб, слушай, я как раз об этом с тобой хотела поговорить. Я не могу сейчас от него уйти. Я ему нужна. Он ведь не при смерти. Если я сейчас от него уйду, это будет нечестно. Понимаю, ты хочешь дождаться, пока его выпишут из больницы, да? Да, и убедиться, что с ним все в порядке. Ладно, когда будешь готова, позвони. Хорошо. Сейчас. Юль! Привет. Привет. Слушай, хотела с тобой поговорить. В общем, это касается твоего папы. Моего папы? Кажется, он ухлёстывает за моей мамой. Как? Ты не знаешь, как это делается? С чего ты это взяла? Я сама видела. Он вчера ее привез, потом ждал. И я думаю, что она приходила, чтобы сказать, что уходит. К моему папе.
Этого не может быть. Ну, я сама видела. Ой, казалось бы, взрослые люди ведут себя как... Или они правда с возрастом что-то с ума сходят? Ладно, пойду на пару. Увидимся. Эй! О, привет. Поговорить надо. Поговорить о чем? Кое-что выяснить. Ну хорошо, давай поговорим. Не здесь, здесь людям мы мешаем. Пойдемте, где потише. Ну, ладно, давай отойдем. Ну, так что за таинственность? Что у вас с Анжелой? С Анжелой, в смысле? В том самом смысле. Я видел вашу фотку у нее на телефоне. У вас тоже на мобиле ее фотка есть? А, ты об этом? Да. Слушай, дружище, ты зря это себе все нафантазировал. Я тебе уверяю, между мной и Анжелой ничего нет и быть не может. Она из тех, кто добивается своего. Ну, знаешь, я тоже не мальчик. Ты извини, мне пора идти. Я не договорил. Позже договоришь. Пока. Стой. Ты, вижу, у нас задира, да? Да. А, наверное, хорошо дерешься. Да уж получше вашего. Ну, конечно. Показать? Боец, ты как там, не ушибся? Отвали. Руку дай. Отвали, я сказал! Ладно. Ты прости, я не должен был... Боец. Как же все-таки хорошо оказаться дома. Прямо дружная и счастливая семья. Да. И мы теперь такой будем. Правда, Кир? Мамочка, что-то я не вижу большой радости на твоем лице. Я пойду сделаю чай. Подожди. Ой. Что случилось? Погоди. Все нормально, все в порядке. Просто накатывает приступами. Ладно, я вас жду на кухне через 5 минут. Ага. Ты знаешь, я думала, мне будет все равно, но я даже рада, что у вас все налаживается. Я тоже. Я тоже. Скажи, а ты ничего ей не говорил? Про похищение? Нет. И не буду. Спасибо. Ты же моя дочь. Папочка, у любой клоунады есть предел. Я буду у себя в комнате. Ты опять закрутила роман с мамой Анжелы? Знаешь, я думаю, выражение «закрутить роман» здесь не совсем уместно. Влюбился. Да. У нее есть муж.
Ее дочь моя подруга. Только не говори, что Анжела моя сестра. Нет, Анжела не твоя сестра. Ты определенно сошел с ума. Надеюсь, что нет. Янка, иди открой дверь. Оглохла, что ли? Тебя так? Никто. Опять за Анжелу подрался? Да тебя убьют за нее когда-нибудь. Так, все. Пожалуйста. Привет. Ты меня избегаешь? Я нет. Блин. Между нами все? Да. Прости, я не так должен был об этом сказать. Ты бросаешь меня из-за женщины, в которую был влюблен 20 лет назад? Я любил ее всегда. Меня? Меня ты любил? Не знаю, мне казалось, что да. Люда, мы же с самого начала договорились, что между нами ничего серьезного. Да, это было глупо с моей стороны. Прости, я виноват перед тобой. Прорвемся мне работать. Дорогая, передай, пожалуйста, варенье. Благодарю. Да. Как давно мы вот так вот не сидели вместе, не завтракали. Потрясающая атмосфера семейного счастья и благополучия. Я даже забыл, как это здорово. Угу. Предел мечтаний. Мне надо через 15 минут ехать в офис. Тебе же нельзя садиться за руль. Можно, если осторожно. Я вызову машину. Ладно. Спасибо. Мне пора. Нашла время. Слушай, мы с твоим папой... Да знаю я все. Знаешь? Ну, конечно. Мам, только не грузи меня своими проблемами, я тебя умоляю. Хочешь с ним развестись, флаг тебе в руки. Я бы на твоем месте сделала это уже давно. Если тебе нужно мое разрешение, считай, что оно у тебя есть. Все, пока. Мы снова одни. Да. Прости, я не могу. Ладно. До вечера подождем.
Олег уже дома. Тебе больше не нужно о нем беспокоиться? Да. Так когда мне с тобой заехать? Вечером. А почему не сейчас? Я еще не поняла, насколько ему плохо. Врач сказал, что это ушибано. Давай дождемся вечера. Ну ладно, если ты считаешь, что так будет правильно. Хорошо. Тогда до вечера. Привет. Привет. Ну что, ты поговорила с отцом? Насчет чего? Насчет того, что нехорошо клеиться к чужим женам. Анжела, не взрослые люди, разберутся сами. Конечно. Это же не твою маму уводят из семьи. Он любит ее, любит давно. Да он тебе сказал? Да. У нас нет друг от друга тайн. Класс. Угу. Не хочу больше об этом говорить. Опаздываю на пару. Олег Викторович, ну это же еще не катастрофа. Такие вещи случаются. То есть у тебя банкрот? Ну, формально еще нет, но... Но вы же знали, что все к этому идет. Начнете все сначала, да с вашей хваткой. Да в конце концов, ну вы же не нищий. А ваши родные вообще никаких перемен не заметят. Дом, квартира, машина, все ведь останется. А только это все записано на мою жену. А у нас не все плохо, мы на грани развода. Вот это вам сейчас... Да я что не знаю? Я что, если вы в ссоре со своей супругой, то самое время помириться. Я же сказал, я знаю. Можешь идти, я позвоню. Хорошо. Собралась? Я... Как ты себя чувствуешь? Чувствую себя намного лучше. Я даже сегодня не пил. Послушай, Кира, я хотел тебе сказать. Между нами много всякого было. Я насовершал кучу всякого дерьма. Даже вспоминать не хочется. Я только удивляюсь, как ты до сих пор меня еще не бросила. Ты знаешь, я много думал. Правда, я много думал о том, как я испортил нашу жизнь. Как я плохо относился к тебе, к Анжеле. Кира, если можешь, прости меня. Я все исправлю. Смотри, что я купил. Смотри. У меня таких... Видишь, у меня таких три штуки. Тебе, мне и Анжеле. Мне кажется, что я остался тут жив только для того, чтобы все исправить. Понимаешь, все будет хорошо, я знаю. А чтобы ты мне поверила. Кир, поверь мне. Поверь. Прости. Кира, прости меня. Прости. Прости. Слушай, этот чемодан, такое ощущение, что ты собралась от меня. Подожди, но между нами стало уже все налаживаться.
Олег. Кто этот счастливчик? А, не говори, я знаю. Глеб Коваленко. Почему я не удивлял? Подожди, Кира, подожди. Хорошо, хорошо, ты увлеклась. Допустим, допустим, я допускаю, ты увлеклась. Ну, ты можешь увлечься, правда, ты можешь увлечься. То есть все, все в порядке. Но зачем же заходить так далеко? Мы с тобой давным-давно не живем, как муж и жена. Мы с тобой чужие люди. Ну и что, и что, и что? Ну, супругов же связывают не только постель. Это преимущество, тогда я тебе, вот, я тебе все... Да при чем здесь это? Потому что ты говоришь именно об этом! Ты не такая дура, как кажешься. И он тоже не дурак, этот Солдафон. Он же просто хочет захапать мои деньги. Ты разве не понимаешь? Для этого надо просто на тебя надавить. Ты судишь о людях по себе. А по кому мне еще судить? Я ухожу от тебя, подаю на развод. Этого не будет. Ты же знаешь, я очень легко устраняю препятствия. Да, Глеб. Уже ухожу. Все хорошо. Да пошла ты! Думаю, что мы потеряли 20 лет жизни, плакать хочется. Но мы же не старенькие. Лет 30 у нас в запасе точно есть. Так что будем наверстывать, наверстывать. Я же немного боюсь. Чего? Новой жизни, как оно все будет? Нормально будет, отлично будет. Будем любить друг друга, тусить втроем, ты, я и Юлька. Работать, отдыхать, ходить в кино, театры, кафешки. Да, кстати, у меня через 2 месяца отпуск. Давай махнем куда-нибудь втроем, а? Вчетвером. Ну, с Анжелой. А, ну да. Мне кажется, знаешь, Юлька меня недолюбливает. Да любит, когда узнает тебя получше. Иди ко мне. Пап, привет! Здрасте. Кира... Помогала чинить ручку. Надеюсь, у вас все получилось. Ничего, ничего, мне все сразу. Входи уже.
И что, она теперь будет жить с нами? Мне бы этого очень хотелось. Как же Анжелкин отец? Ну, ему придется смириться. Как-то он не похож на того, кто легко смиряется. Ну, вот поэтому я и говорю, что ему придется. А мне? Мне тоже придется? Да ладно, не парься. Мои слова все равно ничего не значат. Я просто твоя дочь. Часть вторая. Можно? Вы уже вошли. Я люблю твоего папу. Очень-очень сильно и всегда любила. А почему тогда жили с другим? Так получилось. Знаете, что было с моим папой после того, как вы его бросили? Он был ранен. В буквальном смысле этого слова. Пуля прошла в 1,5 сантиметрах от его сердца. Мне очень больно это слышать. А знаете, что было потом? Что? Он попал в госпиталь. Встретил там мою маму, она его прооперировала, а потом выходила. Они полюбили друг друга, и потом родилась я. Я этого не знала. Конечно. Откуда вам знать? Я очень сильно виновата. Но прошлого не вернуть, а будущее, сколько бы его ни было, я хочу его провести с твоим отцом. Правда, так его любите? Правда. Очень сильно. И замуж за него выйдете? Не знаю, если возьмет. Ладно. Считайте, что мое согласие вы получили. Имейте в виду, что подружками мы еще с вами не стали. Хорошо. Да, там. Здорово. Привет. Ну что, кофе? А покрепче? Не пью. Ну, как знаешь. В общем, от меня ушла жена. Сочувствую. Только не расплачься. Ушла к другому. Некий Глеб Коваленко. С ним должно что-то случиться? Нет. Нет смысла. Не он так другой. А вот она... Она уже ко мне не вернется. Понимаешь? Ну, если не он, тогда... Я думал, вы любите ее. Слушай, давай без этого. На нее записано все мое имущество, а это баксов так 1,5 миллиона. В общем, жену я уже потерял, а деньги терять не готов. Ты получишь 1/10. Сроки? Сегодня, завтра мне все равно. Когда тебе удобно. Хорошо. Я могу на тебя рассчитывать? Конечно. Отлично. Заказывай, что хочешь. Все на мой счет. Паш? Тебе принести чего-нибудь? Да, Паш? Это его сестра. Я попробовал поговорить с твоей подругой Анжелой, но она бросила трубку. Передай ей, чтобы она оставила моего брата в покое. Да, конечно. А что-то случилось? Что-то? Да он подрался снова из-за нее. Рано или поздно ему голову проломит из-за этой дряни.
Привет. Привет. А Юля только что ушла. Я не к Юле, я к вам. Ко мне? Надо поговорить. Давай на площадке поговорим. Что-то случилось? Я знаю, что вы из-за меня дрались. Что? Прости, я не совсем... Да не переживайте вы так. Если вы думаете, что я стану оправдывать Пашку, то это не так. Он сам дурак виноват. А я все время о вас думаю. И вы мне сегодня приснились. И там во сне мы были вместе, вы и я. Вы не хотите меня поцеловать? Нет. Подождите, я не понимаю. Вы же из-за меня дрались. Если вы думаете, что вас осудят, то зря. Мне уже есть 18 лет. А то, что вы старше, так это нормально. Дело не в этом. А в чем? Я люблю другую женщину. Глеб, я... Понятно. Подожди, Анжела, постой. Ну, подожди, я хотела тебе рассказать. Я не хочу с тобой ни о чем говорить. Поскорее вы уже с отцом развелись, достали оба. Ничего, все наладится. Привет, я Юля. Да, заходи. Вы мне звонили. А Паша дома? Да, проходи, раздевайся. Ага. Паш, привет. Привет. Сама пришла? Да. Господи, кто это тебя так? Нашлись добрые люди. Ты чего пришла-то? Подумала, что так и не сказала тебе спасибо. Мне за что? Это ж твой папа вас нашел. Я просто рядом стоял. Да, но ты нас искал. Ты пришла поблагодарить? Что? Эй! Не бущу! Ну, извини, дурацкая шутка получилась. Спасибо, что пришла. Извини еще раз. У тебя гематома под глазом. Если не лечить, будешь таким красавцем ходить еще дней 10. А вот если лечить, через 3 дня будешь как огурчик. Ты врач? Нет. Мама была врачом. Ты сможешь вот это все? Нужно снять отек, улучшить кровообращение и сосуды укрепить. И как это сделать? Как минимум можно сбегать в аптеку и купить все необходимое. Не ожидала. Думала, я умер. Я надеялась, что вы сдохли. Поправь меня, если я не прав. Ты же не хочешь сесть в тюрьму? Что вам нужно? Помнишь название ресторана? Вы что, собираетесь со мной поужинать после того, что я сделала? Теперь даже больше, чем раньше. Вы извращенец? Извращенец? Ну, если учитывать, что моя жена спит с каким-то солдатом, моя дочь водила шашни с моим бывшим водителем, который меня пытался ограбить, а его девушка пытается меня сбить на машине, я в этой компании вообще самый нормальный. А я не буду с вами спать. Ну, зачем же так радикально? Я же не предлагаю тебе приехать в квартиру. Ты приедешь в ресторан. Ну, где-то через час. Пожалуйста, не заставляйте меня. Не советую опаздывать.
Готово. Скоро будешь как новенький. А? Оп. Слушай, орел. Ты красивая. Но как я раньше не замечал, что ты такая красивая? Наверное, потому что я была незаметна на фоне Анжелы. Нет, это я был слепой. Был. А теперь прозрел. Типа того. Юль, я тебе тут кое о чем сказать должен. Вернее, кое о чем признаться. Говорю, как стукач на допросе, а? Если хочешь, можешь не говорить. Нет, ну тебе скажу. Дело в том, что вот это у меня после встречи с твоим отцом. Что? Подкараулил его, чтобы по-мужски поговорить. И зачем ты это сделал? Из-за Анжелы. Из-за Анжелы? Да, дело в том, что она влюбилась в твоего отца. Мне крышу сорвало, вот я и решил. С ним подраться. Юль, я же не оправдываюсь. Я просто сообщаю. Угу. Я даже рад, что вот так все закончилось. Это хорошо. Правда? Да, очень хорошо. Так а ты куда? Живо, дурак. Все достали, а? Ой. Ну, я смотрю, у вас все хорошо. Аппетит прекрасный. У тебя тоже все в порядке? Я всю ночь мучилась. Ждала, что за тобой придут? Это тоже. Муки совести. Я навел о тебе справки. Справки? Угу. Скажи, только честно, ты что, правда его любила? Да, я его любила. Я не хотела его убивать. Он похитил мою дочь. Это неправда, но сама его подговорила. Да? Он хотел кинуть меня на 200 штук баксов. У меня есть запись, где он меня шантажирует. И это правда. Вы его убили из-за денег? Он знал, на что идет. Вас что, совсем не мучает совесть? Меня? Нет. Чудовище. Зато ты красавица. Мы почти из одной сказки. Скажи, что ты хотела купить на эти деньги? Что сделать? Хочу уехать. Теплые края? Канары, Мальдивы, Майами. Куда ты хочешь? Я могу тебе это обеспечить. С вами? Со мной. Вы сумасшедший. Я же ненавижу вас. От ненависти до любви один шаг. Смогла же ты каким-то образом полюбить этого идиота? Да он, в отличие от вас, был хорошим. Он, в отличие от меня, тупое ничтожество. Олег Викторович, здравствуйте. Гарри Йосифович. Я очень рад вас видеть. Да, тоже. Какими судьбами? Да вот, был деловой ужин, но он уже закончился. У вас есть пара минут? Мне очень нужно с вами переговорить. Да. Я сейчас подойду. Хорошо. Извините. Советую тебе меня дождаться. Все в порядке, Олег Викторович? Да, все хорошо. Боевые раны. В общем так, Олег Викторович, я хотел вам позвонить завтра утром. Так, давай сразу к делу. Есть новости? Не очень хорошие для вас. Извините, что приходится об этом говорить. Вы не первый. Что случилось? В общем, свидетель утверждает, что Шарко вам не угрожал. Что вы вступили с ним в диалог, а потом достали пистолет и выстрелили в него.
Я не могу подать это как самооборону. Нам нужно подумать и найти другую стратегию. Подумать? Да. Григорий Васильевич, я плачу вам за то, чтобы вы думали, как и каким образом вы это сделаете. Это ваша проблема. Олег Викторович, ну я не всесильный супергерой, правда? Сколько? Что, о деньгах, что ли? Да ну нет, что вы, мы же с вами заранее обговорили сумму контракта. Я считаю, что нужно поговорить с этим вот... Коваленко? Да-да-да, с Глебом Коваленко. Вдруг он изменит свои показания. Понимаете? Понимаю, я поговорю. Отлично. Говорю. Отлично. Тогда завтра в офисе утром мы можем обсудить все детали. 10 утра вас устроит. Что? Завтра в моем офисе в 10 утра вас устроит? Да. Тогда всего хорошего. До завтра. Может, чаю? Чаем душу не обманешь. Наполни, как обычно. Кира, твой чай. Анжела, что все это значит? Я лежу в ванной. И у меня в руке бритва. Ты можешь толком сказать, что случилось? Вы. Со мной случились вы. Анжела, это глупо. Я отец твоей подруги. Нет проблем, она мне больше не подруга. Ты дома одна? Одна. Если что-то случится, никто меня не спасет. Понятно. Мы с Кирой сейчас подъедем. Нет. Не надо говорить ничего маме. Если вы скажете, я точно что-нибудь с собой сделаю, обещаю. Хотите приехать, приезжайте. Но только один. Ладно, я приеду один. Но ты должна пообещать, что не сделаешь глупостей. Обещаю. Но вам лучше поторопиться. Что здесь делаешь? Я... Ты что здесь забыл? Ты увел у меня жену. Что тебе еще надо?
Это моя территория. Я не спорю. Это мой двор, моя парковка. Я не хочу, чтобы ты сюда совался. Я не собирался. Просто Анжела позвонила, попросила о помощи. Кажется, у нее какие-то проблемы. Я сам разберусь с проблемами моей дочери. И все же я лучше войду. Стоять. Стоять. Ну что? Ну, ты теперь главный солдат, а? Ты что, серьезно? Пошел отсюда вон. Пошел вон, я сказал! Я выстрелю. Ладно. Ну, спокойно. Пошел. Давай. С дочкой поговори. Я курок спущу. И побыстрее. Быстро. Сумасшедший. О чем вы говорили? Я видела, что вы обсуждали! Отойди ты от меня! Некогда мне! Соболь, да, ты все правильно понял. Надо отработать двоих. Мне все равно. Газ взорвется пусть, потолок рухнет, все равно. Только побыстрее. С деньгами разберемся. Разберемся, я говорю! Соболь, ты работай. Работай. Кому звонишь? Я все слышала. Я, конечно, знала, что ты полное дерьмо, но я не думала, что ты такой степень. Я понимаю! Звони! Маме! Ах так? Ну ладно. Куда пошла? Куда пошла? Ты не сюда не поедешь. Я боюсь. Нет! Не смей! Я все расскажу! И мне порядок все расскажу! Ты куда не пойдешь? Анжела. Анжела. Соболь! Соболь, срочно скорую! Скорую ко мне в дом! Срочно! Пожалуйста. Доча. Доча. Пожалуйста.
больницы. Я сейчас приеду. Что случилось? Нет. Анжелу увезли во скорой. Она в 7-й больнице. Ясно. В машину. Остальное расскажешь по пути. Да. Что ты сюда пришел? Что он здесь делает? Что он здесь делает? Я просто подвез, пожалуйста, ответь мне. Ну, ответь, я тебя уйдем. С ней врач, она там, без сознания. Я тебе покажу. Нарушение целостности костей черепа нет, макроструктурных изменений тоже. Так что речь об ушибе головного мозга идет. Получается, сотрясение? Да. Почему она не приходит в себя? Ну, такое бывает. Она же очнется. Ну, конечно. Не переживайте, ваша дочь обязательно поправится. Надеюсь, без последствий. Ну, об этом я вам не могу сказать, да и никто не сможет. Возможно, нужна будет реабилитация, и, возможно, она будет стоить очень дорого. Мы найдем деньги. Да. А может быть, еще что-то понадобится? Пока ничего. Просто ждите. Ждите. Скажите, я могу к ней войти? Не сейчас. Давайте немножко позже. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Уснецов. Мне нужно поговорить с родителями девочки. Где я могу это сделать? Можете в ординаторской. Там сейчас никого нет. Я сразу увидел Анжелу, она лежала на полу. Я подошел и увидел кровь. И сразу вызвал скорую, а они уже вызвали полицию. В квартире кто-то еще был, кроме вас и вашей дочери? Нет, не был. Входная дверь была закрыта? Я не помню. Вспоминайте, вспоминайте, это важно. А почему важно? Меня беспокоит предплечье вашей дочери. Предплечье? А что с ним не так? По-видимому, кто-то сильно схватил ее за руку, и настолько сильно, что на предплечье остались синяки. То есть вы хотите сказать, что она упала не сама? Но наличие синяков говорит о присутствии насилия, а поскольку в квартире кроме вас и вашей дочери никого не было... Был. Кто? Был. И когда я приехал к дому, из нашего подъезда выходил Глеб Коваленко. Да. Да, Юля? Мы сейчас в больнице. С Анжелой случилась беда. Я сам толком не знаю. Сказали, она упала и ударилась головой. Нет, приезжать не нужно. Вряд ли тебя к ней пустят. Зайц, послушай меня. Как только что-то станет известно, я тебе перезвоню. Из нашего подъезда выходил Глеб Коваленко. Да, он приехал, чтобы поговорить с Анжелой. Зачем и о чем они говорили, я так и не понял. Но он что-то начал выступать, напрашиваться на драку. Но я ему сказал, чтобы он оставил в покое мою дочь. В покое? В каком смысле? Он ее домогался. Олег, что ты несешь? Что я несу? Следователь сказал говорить правду. Я говорю правду. Правду я говорю. Это ведь важно говорить правду. Скажите ей.
Безусловно. Вот. Ты лжешь, этого не может быть. Да что не может быть? У них был телефонный разговор, вы можете проверить звонки. Да, еще, кстати, там у нас во дворе есть этот банк. Там камера наблюдения, вы можете проверить. Наверняка его машина попала в кадр. Как ты можешь его обвинять? Товарищ следователь, я с вами могу поговорить наедине? Я не сказал, что это был Анжела. Этот Глеб Коваленко, он старый друг моей супруги. Старый. Вот, я не хотел говорить при ней. В общем, наша дочь, она собиралась подать заявление в полицию о его домогательствах. Ну, а он, видимо, был против. Ну, Олег Витальевич, вы же понимаете, что это очень серьезное обвинение? Я понимаю, понимаю. Я вот это вот все с ответственностью заявляю. Извини, я просто не хотел тебя тревожить. У меня мало опыта в таких делах. Честно говоря, вообще нет. Прости, я виноват. Сам не понимаю, почему так глупо поступил. Олег, сказал следователю, что ты домогался Анжелы. Этого ведь не было. Что? Прости меня. Я сама не знаю, что я говорю. Прости. Успокойся. А ваши слова не могут быть связаны с местью соперника или завистью, ревностью? Ну что вы несете? Какой соперник? Ну, я знаю, что ваша жена от вас ушла. И ушла именно Глеба Коваленко. Вот какая разница? Вот какая сейчас разница? Мне сейчас важно жизнь и здоровье моей дочери, и как она в эту больницу попала. Вы должны искать виновника, а не лезть в мою личную жизнь. Я со своей стороны, конечно, чем смогу, я тем помогу. А вы там проверяете вот камеры наблюдения вот в банке, там, телефонные звонки. Вы проверите ее, проверьте. Мы проверим, проверим, не переживайте. Да, я устал. Простите, Анжела пришла в себя. Мама. Анжела, доченька. Успокоительное начинает действовать. Я здесь. Она уснула. Это хорошо. Хорошо. Анжела дезориентирована и ничего не помнит о сегодняшнем вечере. Мы ей дали около успокоительного, и она проспит утро. Как не помнит? Слушайте, это же опасно. Но это защитная реакция организма. Она же помнит свое имя, она помнит адрес, помнит, какой сейчас год. Это пока достаточно. Ну, а завтра мы проведем все необходимые тесты, если, конечно, она будет в состоянии. А вы лучше езжайте домой. Может, я посижу в холле? Но в этом нет необходимости. Она спит. Вы лучше завтра утром приезжайте, ну, часам к 10-11. Хорошо. Вы не волнуйтесь. С ней постоянно будет кто-то дежурить. А вам нужно отдохнуть. Да, спасибо. Она борец, борец. Все будет хорошо. Кира, то, что я сказал следователю... Я ничего не хочу об этом слышать. Но это правда. Сейчас вместе взять и поехать за твоими вещами. Глеб ни в чем не виноват, и ты это знаешь. Следователь считает иначе. Кир, поехали домой. Ну, пожалуйста. Кир, я прошу.
Твой любовник ляпался. Он сядет. Надолго. А я? Что? Что? Я к тебе не вернусь. И насчет твоих денег. Если понадобится, я продам все. Все, что есть. Понятно? Она наша дочь. Я надеюсь, что ты ее любишь. Прошу вас, я прошу вас. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Олег Купцов утверждает, что вы приезжали к его дочери незадолго до того, как она получила травму. Я не отрицаю, что приезжал. Анжела позвонила, попросила о помощи, вот я и приехал. Вы сказали об этом ее родителям? Нет. Довольно странно, вы не находите? Возможно, я поступил неправильно. Я никогда не был в подобных ситуациях. И лежишь уже так несколько часов. У вас что, с Глебом что-то случилось? Мам, ничего особенного. Он меня бросил, шел к другой. Люд, это не конец света. Это просто не твой мужчина. Ты своего еще встретишь. Когда? Когда мне будет 50? Или 60? Когда я встречу своего мужчину, мама? Я не знаю, что тебе сказать. Вот и не надо ничего говорить. Может, попробовать поговорить с ним? Ну, вернуть его как-то. Как? На Аркане притащить? Нет, ну, есть же разные способы. Вот моя мама говорила, что в любви все средства хороши. Да, кстати, из города не уезжать. Хорошо. Как Анжела? Пришла в себя, но ничего не помнит. Скажи мне, он тебе поверил? Не знаю. Главное, чтобы ты мне верила. Я тебе верю. Поехали домой. Простите, вы Олег Купцов? Муж Киры? Ну? Глеб любит вашу жену. Он собирается ее отбить. Отбить? Отбить, увезти из семьи, называйте как хотите. Опоздали. Уже увез. Что вы собираетесь делать? А я должен что-то делать? Ну, конечно, вы же мужчина. Хочешь, я его убью? Нет, я хочу, чтобы вы уговорили жену вернуться. Если не удастся уговорить, заставили. Идиотка. Слабак. Пошла вон. Э, ты что, рехнулась, что ли? Если вы не можете уговорить жену вернуться, надо сделать так, чтобы Глеб сам от нее отказался.
А, с солдатиком не срослось. Срастется. Вы поможете мне, я помогу вам. Где сейчас ваша жена? Догадайся. Позвоните Глебу. Мне надо с ней поговорить наедине. Позвоните ему, скажите, что должны сообщить что-то важное. Пусть он уйдет хотя бы на час. Собираюсь поговорить с моей женой. На жалость не давите, она не из жалостливых. Давайте поможем друг другу. Садись. Без сознания врач говорит, что это нормально. Можно я сегодня к ней приеду? Я не знаю, надо врача спросить. Ладно, я побегу в универ. Позвоните мне сегодня из больницы, ладно? Ладно. Я взял отгул на работе, пойду в больницу с тобой. Хорошо. Да. Привет. Надо поговорить. Это важно. Насчет Анжелы. Нет, по телефону я ни о чем с тобой говорить не буду. Я же говорю только при личном разговоре. Возле твоего дома есть кафе. Можем встретиться там. Прямо сейчас. Только Кире ничего не говори. Это ей может навредить. Хорошо, я сейчас подойду. Черт. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас знаю, вы меня нет. Поэтому позвольте представиться. Я любовница Глеба. Можем поговорить? Каждый Глебушка получит свой хлебушек. Вам Глеб ничего обо мне не рассказывал? Нет. Мы с ним собирались пожениться. Наши отношения продолжались год. Он очень часто говорил, что любит. А потом появились вы и эти ваши воспоминания. И знаете, что сделал Глеб? Он мне сказал, что разлюбил, что никогда и ничего мне не обещал. Причем сказал это походя в коридоре. Спешил куда-то. Спасибо, что хоть не по СМС. Это не может быть, Глеб, он не такой. Вы не верите мне? Знаете что? Спросите у него сами. Мне вас искренне жаль. Как только он встретит кого-нибудь посимпатичнее, чем вы, он вас бросит.
Без объяснений, без сожалений, просто уйдет за дверь и забудет вас. Так он поступил со мной, так он поступит и с вами. Привет. Привет. Я тебе там звонил, трубку не берешь. Пойдем выпьем палату в нашей кафешке. Пожалуйста. Юль, ты прости меня. Это все ее эти увлечения. Сначала мне вообще крышу срывало. Даже дрался за ней пару раз. Затем решил ее бросить и бросил. Ну, потом она позвонила, сказала, что изменилось и что теперь все будет хорошо. Я ей... Простила ее. Да. Ну, теперь она опять взялась за старое. А я... Подожди, ты ничего не знаешь? Что не знаю? Анжела в больнице. В больнице? А что с ней? Сотрясение. Где ты был? Я в магазин бегал. И нас... где он? Ты же бегал в магазин за хлебом, где хлеб? Кир, послушай, я... Я разговаривала с твоей Людмилой. Когда? Не важно, у вас что с ней, правда, были отношения? С Людмилой, да, были, но... И что, ты бросила ради меня? Да. Но я уже давно пытался прекратить... Ты ничего мне не сказала о женщине, с которой встречался целый год. Которая тебя любила. Которая, возможно, любил ты. Ты любил? Кира, послушай, это все сложно. Не любил? Ну, это уже какой-то нелепый разговор, ну. Я думаю, что любил. Иначе это совсем подло как-то получается. Кира, давай мы успокоимся. Начнем все сначала, и я тебе все объясню, хорошо? Кира. Моя дочь, ты правда ее не преследовал? Что? Она позвонила тебе, ты поехал к ней почти ночью, ничего мне не сказал. Почему? Что она хотела мне рассказать? Что ты молчишь? Либо что ты наделал? Кира, милая, прошу тебя, я... Не трогай меня. Ну, выслушай меня. Ты откроешь? Здравствуйте. Капитан Васнецов. Я войду? Коваленко Глеб Викторович. Так точно. Мы проверили показания Олега Купцова, и его слова подтвердились. Собирайтесь, вы поедете с нами. Что происходит? Коваленко Глеб Викторович задержан. Как задержан? По подозрению в причинении физического вреда вашей дочери, Анжеле Олеговне Купцовой. Кира, я тебе не врал. Может, не все сказал, о чем-то забыл сказать. Но я не врал. Ходите, внизу машина ждет. До свидания. Мне пора на пару.
Да. Да, я поняла. А Юль, ты чего? Папу арестовали. Кто арестовал? Полиция сказала, что папа ударил Анжелу или толкнул ее. Зачем? Они считают, что между моим папой и Анжелой была связь. Ты ведь тоже так считаешь? Нет. То есть она была в него влюблена, но с ней это постоянно такое. Полиция считает иначе. Черт. Фамилию следователя знаешь? Ты хочешь с ним поговорить? Да. Спасибо, что подвезли. Ну, может, получится? Я не знаю. Все хорошо. Подожди. Мы с тобой как бы, ну, товарищи по несчастью. Может, объединимся? Ну, я и ты. Отомстим? Вы серьезно? Я думала, вы любите жену. Да люблю я свою жену, люблю. Только где она, эта жена? Вы знаете, я не мстительна. Всего хорошо. 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 Что-то еще хотите добавить? Да нет, я все сказал. Тогда подведем итоги. Mm-hmm. Значит, вы подтверждаете, что у Анжелы Купцовой и Глеба Коваленко были отношения? Нет, такого я не говорил. Ну как же, сказали. И совершенно однозначно. И про фотографии в телефоне Анжелы Купцовой. И про ее ссору на почве ревности с Глебом Коваленко. И про драку с Коваленко. Погодите. Дело в том, что я мог просто выразиться не так. Напротив. Картинка совершенно четкая. Я приобщу ваши показания к делу. Что-нибудь еще? Нет. Тогда распишитесь. Что там? Мне кажется, я сделал только хуже. Черт, не надо было идти к тебе. Ты сказала ему тоже, что и мне? Да, но он все так перекрутил. И выходит, будто я сдал твоего отца и Анжелу. Я до сих пор не понимаю, как он все так переначал. Ты сделал правильно, что все рассказал следователю. Да? Тогда почему я чувствую себя таким идиотом? Ты пытался. Спасибо тебе за это. Прости, мне надо идти. Можно я войду? А если я скажу нет, вы уйдете? Нет. Я человек настойчивый. Слушай, мне плохо. Есть что-нибудь выпить? У тебя нормальная квартирка. Я думал, будет хуже. А же ничего покрепче нет? А вы, погляжу, алкоголик.
Яна, понимаете, у меня трудная личная жизнь. Меня все предали. Даже кольцо вот не снимается. Понимаете, бывает в жизни каждого мужчины, что ему нужна женщина. Так бывает, Яна. Мне нужна женщина. Сейчас. Мне нужна ты. Но ты мне нравишься. Давай расслабимся. Не хотела никому говорить, но тебе скажу. У меня ведь на самом деле есть деньги. Много. Есть. Есть деньги. Скажи, а про Мальдивы, это серьезно? Серьезно. Яна. Мы с тобой предназначены друг для друга. Ты одна, я один. Нам обоим надо, чтобы рядом кто-то был, чтобы можно было кого-то обнять, прижаться, понимаешь? Этого широко забудь, он слабак и придурок. Такой придурок, он оставил фотографии с моей дочерью у нее в компьютере. Представляешь? Я когда приехал на встречу, я же знал, что это он ее похитил. Подожди, не поняла. Ты знал, что там нет никакой опасности, что Анжеле ничего не грозит? Конечно. Так а зачем ты стрелял? Если пес кусает своего хозяина, его надо пристрелить. Я его пристрелил. Слушай, ты гений. Ты же все спланировал. Да. Иначе... Зачем бы я взял с собой пистолет на встречу? Я устал. Я лягу. Нет, мы ляжем вместе. Так, займемся любовью. А утром проснемся, начнем новую жизнь. И полетим в жаркие страны. Ты что делаешь? Отправляю файл. Какой файл? Этот. Да поздно, я уже все отправила. Ты тоже предательница. Еще раз ко мне сунешься, и все узнают, что ты убийца. Вон пошел отсюда. Она все еще спит. Разве это не странно? Она может так проспать до самого вечера. Вы поймите, организм восстанавливается после пережитого стресса. Вы не беспокойтесь. Скажите, а можно я с ней немножко посижу? Можно. Весь универ обыскал. Юль, я тут сказать тебе кое-что хотел. В общем, ты мне нравишься очень. И, может быть, даже я влюблен в тебя. Ну, не смешно. Я и не смеюсь. Не, серьезно. Ю.
же Анжела. С ней все было по-другому, плохо. Вот проблемы эти, скандалы постоянные. А со мной все просто? Да. Я понимаю, как это звучит. Это правда. С тобой мне хорошо. И даже сейчас мы просто сидим, а такое чувство, будто ничего больше и не нужно. Только вот ты, я, если... Глупо, наверное, говорю, да? Нет. Наверное, нет, я не знаю. Просто мне никто этого не говорил. Я и сам никому не говорил такого. Сейчас захотел. Ты хочешь меня поцеловать? Да. Правда? Да. Куда я напрашиваюсь? Нет. Да нет, напрашиваюсь. Нет. Вот это как? Что? Когда целует любимый человек. Я могу делать это все время. Анжела? Вы меня слышите? Вы доктор? Да. Интерн, как вы себя чувствуете? Голова немного побаливает. Ну, вы были без сознания. А где мама? Она вышла минуту назад. А что со мной? У вас травма головы, но не особо серьезная, так что с вами все будет в порядке. Позовите маму, пожалуйста. Хорошо. Простите, ваша дочь проснулась и хочет с вами поговорить. Анжела Копцова, она проснулась? Проснулась. Вы уже можете с ней поговорить. Я в палату. Да, конечно. Господи, как же я рада, что ты проснулась. Мама, я должна тебе кое-что сказать. Подожди, подожди. Я, знаешь, я все придумала. Тебя скоро выпишут. И мы с тобой поедем домой. Мы там устроим праздничный обед обязательно. Мама. Ладно, подожди, подожди. А потом мы поедем в путешествие. Мы с тобой поедем обязательно в Венецию, в Париж. Помнишь, как ты любила в детстве Париж? Мама. Подожди, а если тебе не понравится, мы поедем с тобой в Японию. Ты же в Японии еще ни разу не была. Мама, можешь... дай же мне сказать. Это папа. Папа скоро приедет, не переживай, нет, пожалуйста. Это он меня толкнул. Я пыталась предупредить. Предупредить вас, тебя и Глеба. Папа приказал кому-то вас убить, подстроить несчастный случай. Этого не может быть. Папа очень опасен. Ты должна рассказать все следователю. Слышишь? Я тебя поняла, хорошо. Я все сделаю, не переживай.
Ну, как вы тут? Уже лучше. Хорошо. Пойду позову вашего лечащего врача. Подождите. Посидите со мной, пожалуйста. Хорошо. Как вас зовут? Саша. Что-то их долго нет. Не волнуйся, сейчас они выйдут, мне все объясню. Может, нам не стоило вместе приходить? Да она все поймет. Ты позвонишь мне сегодня? Конечно. Сразу, как закончится дежурство. Хорошо. Ну, всего доброго. До свидания. Пока. Всего доброго. Привет. О. Ну, привет. Привет. Ну что, поехали домой? Поехали. Лицом к стене. Проходим. Лицом к стене. Проходим. Стал, фрейрок. Проходи, присаживайся. Здесь теперь твой дом.